Я правда верю в то, что вся эта тема с Фрэнсис Нганну — это чисто по-гангстерски. Почему тебе нужно бояться кого-либо? Особенно, если у тебя такие достижения, как у Джона Джонса. Здравствуйте, друзья, вы на канале Riot Fury MMA. И в этом выпуске, друзья, я перевел для вас мнение Дэниела Кормье про возможный поединок Фрэнсиса Нганну против Джона Джонса. Перейдем к ролику после небольшой рекламы. Всем вам, друзья, желаю приятного просмотра. 24 числа вновь состоится UFC Fight Night, а если ты хочешь, чтобы твой вечер прошел более интересно, то мои друзья из OneX, именно те, у кого большая линия и высокие кэфы, они могут принять твой выбор на все возможные бои и их исходы. Залетай по моим ссылкам под этим роликом и выбирай самые интересные противостояния. А помимо этого, тебя ждут множество крутых акций, киберспортивных событий и другие развлечения. А по моему промокоду RedFury получай до 100 вечно зеленых для новеньких. Я общался с двумя парнями. Я пообщался с Гловером, который дрался с Джонсом, также с Алистаром, который дрался с Нганну. Оба они говорят, что Джонс может побить его. Вот такие вот шансы. Что ты думаешь? Бро. Боже. Мне нравится Фрэнсис очень сильно, но... Да, конечно, он не так технично работает иногда. Ты не можешь сказать, что он 100% техничный ударник. И если ты можешь уходить под углами, понимаешь? Я заметил одну вещь. Если Фрэнсис идет как танк вперед, то парни бегут назад. Парни идут прямо назад, но ты можешь идти под углом. Так же ведь? Миочич проделал отличную работу, уходя под углами. А знаешь, что еще Стипи сделал? Стипи был в состоянии пойти с Фрэнсисом в размен. Он бы отошел чуть и втащил бы со всей силы, что он сможет. Хотя он не пошатнул Фрэнсиса. Он бы втащил бы в лицо. Фрэнсис начал обращать внимание на эти удары, а затем он его переводил. Я думаю... Если ты сможешь завоевать некое уважение, с этим будет намного легче справиться. Тебе нужно завоевать уважение. Я полагаю, что в том поединке Фрэнсис может его нокаутировать. Если он его поймает, а Джонса можно поймать. Давайте не будем говорить, что Джонса нельзя поймать на удар. Джонс очень хладнокровный, и он очень умный в этом аспекте. У него хорошая челюсть, он может принимать хорошие удары. Я попал очень сильно, очень много раз. Если он не сможет нокаутировать его, то он никак не сможет побить его за 25 минут. То есть ты хочешь сказать, что если Фрэнсис не нокаутирует Джонса, то Джонс выиграет решение? Да, он выиграет бой. Я полагаю, что у Доминика Рейса сейчас самые лучшие шансы. Он атлетичный, он большой, и если бы у него было бы чуть лучше кардио в том последнем поединке, то он выиграл бы этот бой. Но если бы мне пришлось бы выбрать фаворита в поединке Фрэнсиса и Джонса сейчас, я думаю, что тренера Майк Винкельджан и Грег Джексон, они придумали бы некий подход, чтобы выжить в начале поединка, а затем угроза снизится с опасности пятой категории урагана до третьей, если говорить про первые 5 минут. Мне интересно, сколько он весил бы в том поединке. Джонс? Да. 240, 235. Я думаю, он будет весить 20 фунтов, чтобы быть налегке. Не, я думаю, это слишком мало. Если ты дерешься с таким парнем, как он, а ты весишь 220, то они просто будут висеть на тебе. Ты заметил, как Сэм Прю справлялся с весом Бена Ротвелла? Даже несмотря на то, что он не так сильно бил, он просто весом задавливал. Они очень тяжелые. Поэтому мне нравится драться с парнями, которые не такие большие. Допустим, Стипи не такой большой. Это выглядит не так устрашающе, потому что Стипи не такой большой парень. Надо отдать должное этому парню. Я правда верю в то, что вся эта тема с Фрэнсис Нганну — это чисто по-гангстерски. Почему тебе нужно бояться кого-либо? Особенно, если у тебя такие достижения, как у Джона Джонса. Вот почему. И вот именно это я не особо понимаю. Когда люди говорят, что я или Джон Джонс... что мы боимся кого-то. Это самое дурацкое, что можно услышать. Мы не боимся никого. Я думаю, что та тема с Джонсом... Это круто. Он такой, окей, если хочешь драться, давай сделаем это. И это то, что сделает любой настоящий боец в мире. И я думаю, что это есть у Джонса. А на этом я прощаюсь с вами, ребята, до следующего выпуска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также включить колокольчик, чтобы увидеть выпуск первыми. Всем пока!